Шотен 2-1 в пользу команды МСН. The game finishes score 2-1, Mercy Team 1. Le jeu a terminé avec le score 2-0, l'équipe de Mercy a gagné. Das Spiel schließt mit Spielstand 2-1. Наша Mannschaft sieht. Уважаемые болельщики, вчера матч закончился счетом 2-3, сегодня 2-1, два упорных драматических поединка, до конца, до последних секунд державшие зрителей и вас в напряжении. Мы с вами прощаемся. Репортаж вел Булат Жахин, спортивный директор клуба «Малайша».